Всем большой привет! Вы когда-нибудь задумывались, как быстро приготовить домашние сосиски, колбаски для жарки или лёг-кебаб? Как сформовать их так, чтобы это было красиво, но при этом просто? Итак, берем любое мясо, убираем пленки, пропускаем через мясорубку, можно несколько раз, добавляем специи, которые любим, соль. Для сочности можно класть мелко нарезанный лук или потереть на крупной терке обычную белокочанную капусту. Хорошенько вымешиваем и формуем так, как я показываю. Отмеряем кусок пищевой пленки, смачиваем поверхность, проведя мокрой ладонью, выкладываем фарш и, прижимая край пленки тыльной стороной ножа или рукой, проталкиваем по направлению к себе. Затем отрезаем, заворачиваем пленку до конца и, взявшись за кончики, прокручиваем. Все, наш полуфабрикат готов. Если вы собираетесь их готовить сразу, можно класть на разогретую сковородку или в кастрюлю с кипящей водой, ну, естественно, убрав сначала пленку. А вот если вы готовите большую порцию, то их можно смело отправлять в морозилку и потом использовать по мере необходимости. Это замечательная альтернатива обычным, надоевшим всем уже котлетам, и вы будете на 100% уверены в том, что в этом продукте нет никакой химии, потому что все ингредиенты, которые вы положили, вы знаете, готовьте легко, быстро и с удовольствием для себя и своих родных. И будьте здоровы! Если было интересно, вы можете поддержать меня лайком и подписаться. До новых встреч на моем канале!